самый жестокий карнавал, который мы уже слышали, назывались сатурналиями. А что произошло? Если в античности, например, еще в Греции карнавалы, вот эти Дионисии, они происходили достаточно, причем карнавал зародился в деревне, потому что колон, это колония в переводе, а колон еще переводится как клоун. Клоун это деревенщина, то есть необструганное полено. Изначально слово культура было связано именно с деревней. Вот не случайно мы деревенский театр все-таки назвали деревенский театр, потом, правда, я начала этимологию вот эту изучать, почему деревенский, почему театр, почему нас вывело на это. Потому что любая культура, она зарождается в лоне, конечно, деревни. Это сельская местность, это непосредственно земля, это крестьяне. Почему были самые веселые праздники? Дионисий, вы знаете, наверное, самые буйные, где были бог Дионис, да, бог виноделия. И все это было взаимосвязано. То есть карнавал, он не мог по-другому родиться. Как бы, конечно, шумная ватага обязательно все были под газами. Как бы. Это было нормально, и карнавальная энергия предполагает, что в таком состоянии никто не может никому причинить вред. То есть все друзья, и как бы вот эта веселая анархическая энергия, она была созидательна. Самое интересное, что ритуальная клоунада существовала еще вообще очень давно, то есть до всяческого, до античности, это была вообще древность какая-то. И ритуальный клоун, в чем он отличался, как раз ему дозволялось не позволять себе всяческие вообще непристойности, которые только могут быть возможны. Позже эти же ритуальные клоуны называли параситы. Не паразиты, а параситы. Что они делали? Это были люди, которых садили, которые... получали лучшие куски из-за стола. Лучшие куски им давали. За что? За то, чтобы они высмеивать могли, смешить. И вообще они могли испражняться за столом. Они могли там блевать. Все что угодно делать. Они должны эпатировать. Их основная задача была эпатаж. Эпатаж. Как он этого будет достигать? Это как бы его личная проблема. Но это становилось своего рода профессией. Потом параситы, самое интересное, они мигрировали. Они появлялись в драматургии. Потому что было очень много заказных пьес. И нужно было писать смешно, но нужно писать сарказм, очень приветствовался сатира, ирония, не видно. И вот, когда мы говорим о карнавальной культуре, все-таки, наверное, эта мысль не принадлежит не мне, она принадлежит очень известному историку, антропологу Александру Григорьевичу Козинцеву, который считает, что чем отличается, например, когда мы видим, вот, как пример, там, аналог современного, современной рэп-культуры, рэп-баттла, там, конечно же, очень четко можно проследить, где есть раскол, ирония и юмор. И там, с моей точки зрения, редко проскакивает карнавальная энергия, потому что два соперника, это уже по априори не может быть карнавалом, потому что они идут убивать друг друга, но не телесно, а речевым, как бы, актом. Вот. И в карнавале вообще такая ситуация недопустима, потому что там есть понятие амбивалентная хвала-брань. То есть я тебя, ругая, хвалю. То есть вот этот же мат, который, например, да, как нецензурная лексика, огромное количество мата, в рэп-баттле направлено на другое. То есть я тебя этим же оружием пытаюсь убить. А в карнавале нет. И мы, кстати, я бы хотела, если вы захотите, это очень любопытное упражнение, попробовать его. И причем его имеет смысл пробовать среди коллектива достаточно близко знакомых людей или дружественно настроенных. Если вы будете, ругая, хвалить, вот представьте себе, ваша задача, вот вы сидите напротив, да, и кто-то друг друга наругая. То есть здесь может быть и мат, все что угодно, но злости не будет. Вы не только не разбудите ее, но наоборот, вы как бы все очаги ее разрушите. Поэтому вот как раз эта мысль Козинцева, что в карнавале ирония и юмор, они друг друга нейтрализуют. Разрушают, они друг от друга убивают, разливаются просто. И возникает какая-то совершенно другая искра. Вот этой игры, которую нельзя не сравнить ни с тетрализацией. Кстати, поэтому в уличном театре очень часто вы не встретите искры, потому что люди не понимают, они называют себя уличными актерами, они выходят к вам, в общем-то, сделать, и вы от них этого ждете, они этого не делают, потому что у них другая задача, они не знают, как это сделать просто, они не были, наверное, в этой ситуации, им что-то не то рассказали, потому что зачастую уличный театр переносится просто принцип коробочного театра, то есть драматического, то, что мы видим, да, на улице такое тоже бывает, или просто какая-то цирковая история рассказывается этими средствами. Но к карнавалу это, к сожалению, не имеет никакого отношения. Поэтому мне кажется, что сохранится уличный театр как карнавальная часть карнавала, он может, конечно, первое, на улице, в живом общении, в диалоге, и вряд ли он может быть редуцирован к
как карнавальная площадь в медиапространство. На этот счет есть тоже масса подтверждений, и ученые сходятся, ну, мне не расходятся, но все-таки большинство сходится к тому, что если карнавал распадается и превращается в виртуальный, здесь есть серьезные как бы разночтения. Виртуальное тело, оно не ограничено ни телесно, ни временно, оно не привязано ни к какому хронотопу места и так далее. Ему все равно, где я сижу и набираю, там в Таиланде я сижу, в деревенском театре. То есть это тело не считывается, это тело без органов, как вот понять постмодернизма, да, тело без органов. Поэтому, а если у тела нет органов, то какой же может быть карнавал? Обдивалентность карнавала, она же и говорит о том, что это родящее тело и умирающее, возрождающее. Почему понятие в карнавале – это беременная смерть? Потому что беременная смерть, она вечно беременна новой жизнью. То есть здесь как бы нет четкого жизнь-смерти, но любая смерть, она обновляет. Любая смерть дает новую жизнь, а любая жизнь дает новую смерть. Ну, как бы, ну, в этом и есть песня карнавала. Вот. А в интернет-карнавале такого вообще нет, потому что, ну, все пользуетесь интернетом, понимаете, о чем я говорю. Здесь же интернет возможен только как редукция. Он распадается как раз на вот этот юмор и иронию, то, что мы видим в рэп-баттле, и почему рэп-баттл так популярен. Это мое личное мнение, с ним можно не соглашаться, но здесь я очевидно вижу, это яркое разделение, которое легче уловить, а любую шутку, любой какой-то юмористическую зарисовку, выраженную в речи, ее легко повторить, ее легко копировать. И у меня есть вот как бы рэп Ханза Майя, как ни странно, он тут пишет про удомлю, ну, в общем, удомля, правильно, ну, в общем, здесь вообще, дам это почитать. Почему, например, я хотела про него сказать, много очень рэп-баттлов я проанализировала, среди них как бы мало вообще карнавала, который вот запечатлен вот здесь вот в тексте, потому что все в основном запечатлено между строк, то есть нужно смотреть и видеть какие-то невербальные оценки и реакцию людей, которые стоят рядом. То есть вот тот смех, который возникает в зазоре, он как раз больше говорит о карнавале и его присутствии, нежели тексты. Мы говорили вот сегодня, что уличный театр снимает агрессию. Мне кажется, что он промежуточный этап между снятием агрессии и ее возникновением. Потому что любой акционизм, любой перформанс, он может спровоцировать агрессию. Точно так же, как агрессию может спровоцировать и карнавал. Самое интересное, после того, как он заканчивается, это доказано уже, психологи это исследовали, что возникает какая-то, поднимается какая-то волна агрессии. То есть сам карнавал, он ее нейтрализует, а потом может возникнуть как бы, знаете, как вот, или осознание, или какое-то вот, не осада, какое-то такое слово. Остаточное какое-то вот тяжесть какая-то. Послевкусие. Но не лучшее, как после похмелья, может быть. Я не знаю, когда человек приходит, ему нужно же опять вернуться в реальность. Ну, конечно. И своему скромному опыту расскажу, когда я вот была на корабле у Полунина, дураков и дураков мы плавали вот целый месяц, и вот как бы у нас была задача, мы должны были в этом карнавале существовать, что-то творить. У нас была такая тяжесть, после того, как мы вернулись. Мы поняли, почему. Потому что мы израсходовали все, весь свой потенциал, который был накоплен к моменту, когда мы на него попали. То есть вы представляете себе, как вот у нас у каждого лупит, потолка мы достигаем, а потом с этого потолка нам нужно так же мощно прыгнуть вниз. И если ты не мощно будешь прыгать, ты будешь признан просто бездарным. Вот в этой ситуации, есть же везде критерии, бездарность там в том-то, не, профнепригодность, так скажем. Да? Вот карнавальная профнепригодность. Не прыгнул, все, свободен. Что я вижу в рэп-баттлах? Пока, значит, вот у нас вот, патриотизм, у нас вот байкультура, субкультура, мы очень уважаем, а я вижу, что как бы ребята занимаются очень серьезным делом. Там, например, ночные волки, они пытаются как бы еще вот, делать это зрелище, как бы, они влияют на различные возраста, они пытаются и задействовать, значит, как раз уличный театр, с карнавалом, наверное, меньше здесь пересечений, но что касается улицы, то да. Что делает рэп-культура и почему она тоже является образовательным каким-то таким очагом? Так же, как бай-культура, это, несомненно, и образовательный момент здесь присутствует, и вы как бы втягиваете в познавательный какой-то аспект, исторический, познавательный, там очень большой класс людей. То эти ребята, вот рэперы, да, они действуют метафорами. Они действуют метафорами, причем такими, которые ну, знаем точно там, от 90-х до нашего времени. Мы заочно оформляем вам 200 груз, там какие-то такие, угоняю в степь ваших жирных мам. Ну, тут масса каких-то таких вещей. Да, я делаю дерьмо, но я с ним
вкусе, извините. И тут, то есть они вещи такие, задевают такие вещи, которые знают все, отсылают какие-то, да, ну я русский бард, Чистяков, сложность, ну, ультрахард, ведь я нищий гол, они затрагивают даже какие-то такие метафоры дороги, метафоры странничества и так далее. Мессианские и прочее. Я заканчиваю уже, если что. Вот. Вы извините. Нет. Если очень устали, просто... Нет, наоборот, захватывает даже. Значит, моя просто мысль была такова, что сейчас театр, он никаким образом, конечно, в медиакультуру не встраивается, потому что у него корни лежат вот в каком-то совершенно живой культуре. Вот. Если прервется какое-то общение, то это не может быть. Мы не сможем придумать просто. Вот. Вследствие чего, вот, наверное, и деревенский театр я назвала вот именно так. Вот, что вижу все-таки в нем, что если он будет сохранять какую-то свою патриархальность в хорошем смысле слова, вот, деревенскую такую эстетику, он сможет жить. И ему нужно, конечно, отдельное пространство. И вот те ребята, которые к нам приезжали, сейчас покажу несколько фотографий. Вот, они, вот, так, сейчас, какие образы они, значит, здесь вдруг начали из обычного материала, значит, это студенты культуры и искусства, там ГИК, режиссеры праздников, вот, они здесь, значит, прекрасно себя чувствовали там больше недели, и вот там, пока вы видите, вот они вот, значит, такие вот какие-то вещи делают, там у нас есть еще заброшенное помещение, вот, это вот ребята театра «Экс», вот они тоже как бы, вот все это, вот еще вот был какой-то деревенский перформанс такой. То есть на тебя никто не смотрит, но тебе хочется это делать. А, как бы я считаю, что это самое главное. Принцип того, что если на тебя никто не смотрит, а из тебя это прет, вот, как бы любое пространство здесь задействуется. Там прям перед спортзалом было. Вот. Да, и вы можете, кстати, взять тут много интересных всех картинок. Да, вот. Хотелось бы мне завершить, наверное, чтобы вас не мучить. Ну, таким мышлением, вот школа уличного театра, когда сделали тоже такую вот программу. Какова вообще перспектива уличного театра в России сегодня? Вообще сложно сказать, потому что, может быть, сегодня только какое-то осознание вообще приходит вот этой связи, что весь карнавал, он рождается не во взрослом человеке, он зарождается же в ребенке, и постепенно на уровне какой-то интуитивной вещи он прорастает. Потому что если ребенок с детства будет играть только в социоролевые игры, и ему не будут давать спускаться в этот хаос, в анархизм, он будет этого бояться, то в любом случае в нем эта карнавальная энергия просто прорастет злокачественно в каждом человеке. То есть он уйдет в какой-то в опасный для всех такой метанормативность. Хотя метанормативное поведение не относится к девиациям. Вот. Но, скорее всего, уйдет это в какую-то патологию, в девиацию, потому что карнавал – это та энергия, которая должна просто иметь выплеск, обязательно. Вот. И на каком уровне это будет выплеск происходить, конечно, это каждому человеку как бы несет за это ответственность. Но как бы такая мысль, она звучит высокопарно, но тем не менее, все, что ты накопил, весь интеллектуальный багаж, духовный, нравственный, как это, не знаю, какой угодно, он весь транслируется вот в твою игровую псевдоагрессию, в твою вот это вот стремление карнавализовать самого себя. Уж, значит, мы не будем трогать остальных, но хотя бы себя. Потому что вот интересный момент у Лакана, что был описан эффект стадия зеркала. Что ребенок еще, месячный ребенок, несколько месяцев, он уже ползет к зеркалу и начинает узнавать себя там. Казалось бы, у него еще социализации нет, он себя даже адекватно не может себя отнести. У него уже есть двойник. Ему нужно смотреться на кого-то и выстраивать свои отношения с этим. И в карнавале, конечно, еще важным является основополагающим. Это твой внутренний двойник,
карнавальный двойник, потому что на этом бы мне хотелось завершить мой такой, может быть, хаотичный сбивчивый доклад. Но, как вы думаете, чем отличается актер от клоуна? Ну, не надо умничать, вот что приходит в голову. И вообще отличается ли он? Ну, актер играет роль прототипа, да, и на примере там, например, жизненных каких-то моментов, да, он его, в общем, транслирует его поведенческие какие-то, да, людям. А клоун делает то же самое, только через высмеивание и через юмор. Ну, то есть он тоже несет, он же какой-то, лирический, да, то есть он просто через другой механизм. Ну, клоун в основном цинично, да, поступать старается, клоун-то. Он вот именно берет какой-то вот определенный аспект, определенный, да, вот именно утонченный, так скажем, момент, и он цинично пытается его высмеять. Усиливает, так скажем, да, внимание. Он играет по сценарию. Да, а клоун, у него импровизация. Идет полная импровизация, он как бы режиссер своего. Хорошо, тогда вот этот момент. Не, ну актеры, мне кажется, они извините, маленькую ремарочку. Мне кажется, актеры, они какой-то у них есть заданная роль, есть рамки, наверное, да, определенно, куда они не могут выступить за эти рамки. То есть есть режиссура, есть сценарий, и актер следует этому сценарию. Он же готовится, как-то получается, знакомится с этим сценарием. А клоун, да, вот действительно, он может быть как-то может импровизировать и отступать от этого. На каждом шаге, то есть может выбрать два пути. Соответственно, у него идет. Уличный актер, он когда, чем отличается вообще? Или он не отличается, или он более... Тогда охарактеризуйте уличного актера. Он импровизирует. Близок он к клоуну? Ближе чем? И вот, понимаете, тут масса вещей. А, кстати, вот интересно, для чего вообще выходит уличный актер? Вот мы сегодня вот Юрия слушали, да, вот выступление интересное было. В том плане, что какая-то у него определенная цель и задача есть. Своя. Может быть, возможно, самолично поставленная, да? Он выходит, и он в широкую массу, так скажем, выкладывает свое мнение, да? И как эксперимент, получается, ставит. Возможно, он для себя какую-то информацию собирает, систематизирует, обрабатывает, и потом, может быть, дальше куда-то вкладывает, вливает во что-то. А актеры, они заранее поставленные роли выполняют. Наверное, так. Или я не прав? Нет. Хорошо, тогда почему же роль клоуна вообще? Почему же клоун может быть вообще как бы асоциальным существом, как таковым? Ну, хотя... Вот не моя мысль, но говорят, что чем ты более нормален, тем у тебя более адекватный юмор. И ты вообще более... То есть идиот не может не понимать шутку, не воспроизводить ее, не порождать ее. То есть чем больше ты понимаешь, что такое хорошо, что такое плохо, тем более ты можешь быть клоуном. То есть дурак клоуном не может быть, хотя изначально клоун – это дурак. И причем достаточно в древности... проверяли даже, если ты не идиот настоящий, то есть если ты по природе не дефективен, каких-то нет дефекта, тебя могли просто толпа, может растерзать, и могли казнить, если ты прикидываешься клоуном, шутом и так далее. То есть шуты это не изначально были не очень умные люди, они наоборот были просто дегенераты. Не, ну шут это второй человек в дворе. Да, но это стало потом. И то есть нет, он да, но потом они стали очень умны, они... Было очень много людей в какой-то момент, которые маскировались под дурака. Вот маскировка под идиота, это было очень плохо, это было позорно, это было... за это осуждали и вели просто на казнь. Угу. Понимаете, какие интересные вещи? То есть, чтобы... Получается, что клоун это не тот, кто... это не циник в прямом. Это тогда уже юродство, скорее, это уже... Ну, это отдельная история, да? Да. Клоун это что-то все-таки другое. Почему вот, если вы знаете клоуна Полунина, да, Сисяй, он знаком больше всех, да, Сисяй? У него ведь совершенно другой был подход к лунаде. Хотя, когда лицедеи вот начинали свое похождение там, да, по просторам нашей Родины и там вообще, он сказал, что мы, наследие, конечно, у нас за нашей спиной, и ряженые, и петрушки, но мы, у нас вот детская мечта. Мы вот дети, мы в детской игре. Детская игра, она тоже по-разному может восприниматься. Детская игра, дети друг друга за волосы таскают, там, они друг друга бьют. Детская игра, она бывает разная. И тогда он сказал, что детская мечта. Вот я пойду за детской мечтой. Вот. И он говорит о том, что карнавал это совершенно, это когда тебя бьют по щеке, а ты подставляешь другую щеку. То есть это другой подход. Вот. И клоун, вот я считаю, что клоун не может быть.
Если вы заметили, клоуны, как в основном, они все-таки в театрах не играют, у них совершенно другие пространства. Выбирают ли они улицу, выбирают ли они вообще задворки какие-то, вообще какие-то вещи, вы даже не... Вот Мамонова, вы же, наверное, все знаете, группа Гимон легендарная. Я считаю, что это невероятный в свое время, это был, ну, клоун вообще просто каких свет не видел. Он выражался так, да, вот тут это рок-музыка, причем рок-музыка это ведь очень сложный жанр вообще. Он совмещает в себе очень интеллект и чего-то не намешано. Но вот он так выражался. И если вы, может быть, смотрели его поединок, был-то вот в то время были музыкальные поединки, есть уникальная запись вообще, где он выступает, его группа. Он пойдет, музыкальный ринг, да, точно, потрясающе. Да, вот музыкальный ринг, там же Жанна Бузарова выступала в свое время. Вот еще одна клоуна с великой. Вот, и то есть вот и как бы вот их туда вот выбивал музыку и так далее. Но помимо этого, конечно, язык Мамонова уникальный, причем сейчас он ушел вообще в религию, в веру и так далее. Вот клоун все-таки, наверное, это тот, кто в первую очередь, у него есть какой-то невидимый, мне кажется, вот его спутник. Вот эта маска, которая вырывается из тебя, ну вот у меня она выросла там в беременную балерину. Она родилась, у меня как раз образ родился у Полунина на корабле. Вот, и потом, я не знаю, как это получилось, вот, я сначала играла, ну вот эта беременная балерина, она, в общем-то, везде у меня была достаточно долго со мной, сейчас как-то она, не знаю, наверное, поутихла. Вот, вот стал вырываться какой-то образ, какая-то маска, вот. И у всех ребят, которые были у меня на корабле со мной, это происходило либо до корабля, либо после. Я думаю, что вот как раз в культуре рэпа, в рэп-баттлах, вот эта маска, вот, что мы видим, там, Слава КПСС, там, Оксимирон, вот это люди, у которых как раз вот эта маска, она вырывается, вы видите ее, она настолько становится монументально, ну, как выпуклая, вот, понимаете, она такая лепка уже просто. Человек и маска, они как бы одно. Вот это у великих... У людей, вот у Полунина, почему он говорит, что Моисей стареет вместе со мной, да, он мудреет вместе со мной, ну, наверное, умрет вместе со мной. Хотя не думаю, Моисей его переживет. Ну, получается, клоун, это, на самом деле-то он это, серьезный человек, просто очень... он ставит ширму, да, серьезный человек. Ну, например, Мамардашвили, философ известный, он говорил, что маска – это камуфляж, который позволяет мне оставаться собой. Сальвадор Дали говорил о том, что как защитная реакция, все или... рассматривают мои зубцы, я занимаюсь делом. Пока все рассматриваем. А потом он очень, очень круто, Дали вообще, мне кажется, он лучше всех сказал. Он сказал, посмотрите на Чаплина. Посмотрите на Чаплина. Он классный пацан. Ну, не так сказал, он молодец. Кстати, в конкурсе двойников Чаплина, Чаплин занял 4-е место. Это правда, да. Посмотрите на Чаплина. Он такой молодец. Он снимает фильм, он пишет музыку. А я, для меня клоунада это хобби. А представьте себе, потому что вам все простят, но никогда не простят серьезного отношения к делу. Серьезного отношения к делу люди не прощают. Вот весь в этом Дали. По-моему, он сказал все, что можно сказать. Вот хотите оставаться собой, создайте такую маску, которая бы оттягивала внимание и в то же время позволяла вам быть самим собой. Не просто оттянуть. Вот ростовые куклы, они тоже там одевают маски, а при этом вы оттяг делаете, и в этом оттяге вы становитесь собой, приближаетесь к себе. По-моему, это уникально вообще. И так он выразил это красиво. Ну, в общем, наверное, я заболтала вас. Спасибо большое, что выслушали меня. Спасибо. Спасибо. Собрание. Если есть какие-то вопросы, я отвечу быстро. Ну вот на Руси была же такая традиция в древности, что там князь такой-то и там да? И приставка дурак. Значит, и это в документах сохранилось. Дурак – это было второе нецерковное имя, которое нарекали детям, родители, чтобы уберечь его от глаза. Вот. Совершенно верно. Совершенно, да. Иван, потому что дурак, дурачина, тут именно по что были целые деревни дураков, так, ну, и так далее. Это было и на Западе то же самое. То же самое. Самые дворяне, они так называли своих детей. Потому что Энди Уоллес, как он писал, что хвалить себя и быть хвалимым другим, то есть тебя хвалит другой человек, это навлекать на себя беду. И я вот главное еще не сказала, что хотела сказать по поводу традиции уличного театра современного. Мне кажется, что здесь как раз имеет вот, влияние очень сильно уличный театр, уличный актер, как я себе представляю, если он вообще живой человек, не просто актер там и так далее, он совмещает традицию маски карнавальной, когда я пытаюсь, с одной стороны,
взять чужой взгляд на себя. И говорит, я дебил, я дурак, я как бы вот всю грязь собираю, я такой, смейтесь надо мной, да, вот смейтесь надо мной. Я вот это карнавальная маска. А второй момент, это когда наоборот, я себя как дурак, я говорю, какой же я урод, боже мой. То есть вот это, вот знаете, есть кликушество на Руси. Вот я кликуша, и я говорю, боже, я урод, пожалуйста, пожалуйста. Ну, вот. А второй момент, что я дурак, и вот это совмещение, мне кажется, оно дает...